Друзья, всем привет! Доброе утро, день, вечер! Наш день начался сегодня с новой полки, которую я купила в мою комнату вон туда, чтобы поставить свои цветуленьки красивенько. А, да, ну и, кстати, как вы догадались, с вами Мария Саул со своей персоной. Картины бесят всех моих друзей, и они все говорят: «Чё за фигня у тебя в квартире? Какие-то фотки, фотки». Блин, а как без фоток? Я не понимаю. Сдолбали, блин. Ходят тут, обсирают нашу квартиру. Ничего себе. Что за кайф, не поняла. А? Это что это такое? Почему это так? Скучненько. Ну иди русский язык почитай. Ну скучно же тебе. Иди влоги попереводи. Здрасте, наши хорошие подписчики. Сегодня у нас приехала полочка, и мы сейчас будем строить полочку. Для цветочков маленьких. Для цветочков маленьких. Для орхидеечек. Открывайте, ассистент, пожалуйста. Очень долго я искала полочку. Так, вот такая полочка. Так как дети у меня очень хорошо все собирают. Что там? Что? Ну, ёшкин ты кот, ну как это так? Аккуратненько же, Масенька моя. Муа. Полочку хочу поставить вот сюда, чтобы поставить на нее цветочки. И так как у меня есть вот эта коробка с летней обувью, не нашла я еще места для нее. Вот, она будет тоже стоять внизу. Так... Задолбала.
Красиво? Они. Почему нет? Твои цветочки вообще погибли. Ну, это у нее стресс, это я ее потом пересажу, и все будет красивенько. Задолбала меня эта девочка. Так, что еще поставить? Пусть. Пока мама там занимается, я буду отдыхать. Здесь у меня будет моя цветочная галерея. Хуйнея. Тихо, я снимаю. Ну все, все. В общем, все. Короче, пока это будет вот так, пока это рабочий вариант, наверх я еще поставлю цветочки. Наверх я еще поставлю цветочки. И нам надо будет купить вот такие вот эти самые... Хуйни. Ну, Милана... Я не буду вырезать. Вот. Разносики надо будет еще вот такие купить. И поставить вот сюда под низ. Мои цветулечки, растите хорошо, красивенькие мои. Мамочка вас очень любит. Красивые. Одному Тёмаха. Мои цветоченьки, хорошенькие, растите. Еще попочку так. Мне нравится. Ничего, блин, эти дети не понимают. Все, пошла. Еще мама. Мама уже старенькая занимается цветочками. И теперь надо тебе еще одеть вот такие очки, еще такие обчима, еще такие одежды. И будешь ножницы вот так резать. Ой, здравствуйте, вот приходите, покупайте цветочки. Вот это-то-то. Беспонтовая ты. Все, посмотрите. Посмотрите, какие. Как классно получилось. Красота. Мои орхидеечки. Друзья, вы пока не спрашивайте у меня, как за ними ухаживать, потому что я еще совсем не знаю. Я только вот учусь. Смотрите, так как я еще не знаю, как у меня получится. И чтобы не покупать горшки, я сделала вот такие из горшочки из бутылок. Купила специальный паяльник и сделала дырочки красиво везде. Вот. И, в общем, как только я увижу, что орхидеям у меня хорошо, я уже куплю хорошие горшочки. Вот эти тоже пересажу. Это вот моя маранта. Я ее вчера пересадила. Ей очень не нравилась ни та земля, ни тот горшок. Надеюсь, ей понравится в этом горшке и с новой земелькой. Конечно, нужно пересаживать цветочки весной, но так как я ждать не могу, я пересадила все вчера. Друзья, многие спрашивают у меня, какой программой я монтирую свои видео.
Я монтирую в программе Filmora на компьютере, но для телефона я скачала Filmora Go. Посмотрите, она очень простая в использовании. Открываем свои видео и загружаем фотографии или видео, которые вы хотите отредактировать. Здесь вы можете обрезать видео, удалять видео и вставлять разные переходы с разными эффектами. Посмотрите, их очень много. Также вы можете вставлять разную музыку. Большая фонотека на разный вкус. Скачиваете, слушаете. И если она вам понравится, загружаете. Посмотрите, здесь есть разные наклейки. Цветочки разные всякие. Сердечки, эмоджи. Разные эффекты. Посмотрите, как здорово. Посмотрите, сколько разных фильтров. Друзья, действительно, эта программа очень проста в использовании. Мне кажется, даже ребенок сможет сделать свой фильм в этой программе. Сохраняем наше видео. Друзья, ко мне только что пришла посылка. Это мне прислали для того, чтобы я попробовала натуральные продукты, то есть натуральную косметику для лица. Сейчас откроем и посмотрим, что там. Так, все прям так хорошо упаковано, как всегда, пупырочка. Вот. Итак, в общем, смотрите, что мне прислали. Получается, вот это масло жожоба, его можно применять для массажа лица, также его можно мазать на волосы. Но жожоба многие знают, что это очень полезный продукт, и в нем очень много витамина Е. Вот, посмотрите, какой цвет. Оно же натуральное полностью, здесь нету никакой ни химии, ничего, это полностью натуральный продукт. А вот это тоник с календулы. Он не спиртовой, то есть спирта в нем нет, он кожу обжигать не будет. Вот, это специально я взяла это, чтобы Милана пользовалась, потому что сейчас в этом возрасте всякие прыщички и все такое. Календула сама то. Он подойдет для любого типа кожи, там для нормальной, для жирной, комбинированной. Вот, он успокоит кожу. И также, если вы пользуетесь макияжем, он удаляет остатки. Смотрите, а вот это вот тоник с зеленым чаем. То есть это настойка на зеленом чае натуральная. Это же вообще для лица классно.
тоже Миланка будет пользоваться, но я тоже попробую. Смотрите, а это натуральное масло ши. Я хочу пользоваться им, мазать на брови, на ресницы, чтобы волосочки хорошо росли и укреплялись. Ну и вообще оно универсальное, его можно применять хоть где. На волосы можно его мазать понемножечку, оно защищает от ультрафиолета. Вот. И также его можно на лицо мазать. Оно, знаете, вот как... такое как масло, вот помните Johnson's Baby, вот такой вот был, вот ты его намажешь и кожа успокаивается, питается, увлажняется. Вот я хочу это масло мазать Миланке на руки, там вот где у нее проблемные пятна есть. Ой, ну классно, будем тестировать. Но я уверена, конечно, что все понравится, потому что это все-таки натуральные продукты, а не просто так. Кубик, ты вот кушаешь у нас натуральное. Мама будет тоже пользоваться натуральным. Вот, смотри, дочь, что я заказала. Держи. Это, смотри, это настойка зеленого чая. Вот, а это календула. В нем нету алкоголя, спирта. Это вот для того, чтобы мазать лицо. А это? Это тоже, чтобы мазать лицо. Попробуй, помажь. Сейчас я тебе еще принесу масло ши для вот твоих вот этих вот на руки мазать. Почитай. Кстати, там же на корейском написано. Mm. Просто написано, где она сделала, что это вот это называется, что. Mm-hmm. Вот, смотри, а это натуральное масло ши. Вот его чуть-чуть помажь вот туда, на руки себе. Сейчас? Mm-hmm. Понюхай, как пахнет. Просто лучше. Лосьончиком, да? Угу. Вот, оно должно увлажнить. Хорошо. И... сухость вот должна пройти, а тоже у тебя это сухое, шелушки вот эти вот есть, такие здоровые болячки. Сдолбала эта аллергия. Ну как? Знаю, как просто... маслечко такое, да? Угу. Ну все, и вот тонечком тоже. Что-то вкусно пахнет. Вкусно? Угу. Блин, что у тебя все висит на шкафу? Что хорошее? Что хорошее? Это календула, это без спирта. Он не будет сушить лицо. А пахнет айкулем. Да? Вот, аккуратненько. Губки тоже. Ну-ка, покажи. Вот эту. Есть грязь? Да нету, конечно. Ты чистая? Чистая. Все, молодец. Это тоже... Ну, это настойка зеленого чая для нукча. Тоже протирать лицо. Вот, ты вот это и тоже можешь, кстати, на лицо нанести, вот это масло ши. Да. У тебя же сушит губы и лицо. Везде? Да. Это натуральное, между прочим. Это не химия какая-нибудь. Ой, я так не вижу, Кирилл. Что, жирноватое? Угу. Как будто уйо. А как будто масло. Но это и есть масло ши.
Если оно жирноватое, то его лучше на ночь мазать. Губки тоже помажу, у тебя губы тоже сильно сохнут, так капец. А что-то не пойму, у тебя что, круги черные под глазами появились? Ну-ка. Ты смотри. Спать надо нормально. На лоб помазала, на прыщики свои. Ну вот. Вот там витаминчики. Поняла. Поняла? Ну все, давай, пользуй. Так. Значит, Миланке я лицо протерла календулой. А Лешке я хочу протереть лицо вот такой вот настойкой зеленого чая. Так. Значит, приготовься. Уйди. Подожди, блин, неудобно снимать. И весь покрылся прыщами. Не весь. Да весь. Нет. Да-да. Вот. За лицом тоже надо следить. Ну-ка, так приподними. Вот. И вот это вот зеленый чай, он успокоит кожу, уберет вот эти вот покраснения. Вот. Капец, что за раздражение? Надо тебе бритву нормальную купить. Так, ну как? Щипит. Щипит? Ну вот, хорошо. Но он без этого, без алкоголя. Нормально, пусть щипит, все твои прыщички хоть подсохнут. Это хорошая новость. Так, и сейчас я Лёшку тоже помажу маслом ши, потому что губы у него сохнут постоянно. Не сильно так. Но все равно надо. Я вот, смотрите, в интернете нашла, что он борется с шелушением кожи и способствует регенерации тканей. Понял? То есть нужно, чтобы быстрее это все твои прыщи прошли. Тебе же уже, блин, 20 лет, а не 14, Лёшкин кот. Давай, давай. Лёш, подними голову чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть приподними голову вот так. Вы на процедурах, уважаемый Алексей Дмитриевич. Процедуры для лица, увлажнение, губы. Так. Как ваши ощущения? Не вижу. Нравится? Не сильно жирнит лицо? Нормально? Вот Миланка сказала, что ей как будто жирновато. А тебе как? Да отвечай. Нормально. Ой, накапало. Смотри, все? Ну-ка. Все? Все, открывай глаза. Не попало в глаз? Нормально? Ну вот, все. Так что... можно пользоваться. Открывай глаза, блин, лежит он там, кайфует. Короче, вот так вот моя прелесть. Вот оно, масло ши. Детям, конечно, лучше вот такой тоник с зеленым чаем и календулой. А жожоба я загасила себе. Оно оттаяло, видите? Стало такое вот прям маслица. И, в общем, я хочу сделать масочку для волос сегодня. Но я уже маску для волос снимать не буду. Ну, короче, масло классное. Натуральное. Так, ну-ка. Прошло уже времени чуть-чуть. Как тебе ощущение? Увлажненность есть? Губы не сохнут? Ну, как это? Лучше вроде стало. Да? Ну, классно. Ну, все, тогда будем пользоваться. Короче, мне подарили на день рождения подарочек, и мне пришел этот подарочек. Сейчас буду открывать.
Какая красивая коробочка. Это что такое? Это, короче, мне Пенбуни отправил. Подписчик? На день рождения подарочек мне дал вот такую, прислал вот такую мне штуковину. Ну-ка. А, короче, что это? Кажется, это штучка. Это что такое? Вот такая. Это что, цепочка? Цепочка. Ух ты. Мне подарили вот такую. А это браслетик, да? Да, браслетик, да. Ух ты, какая красивая. Ух ты. Ну, одевай. Одень. Прелесть какая. Спасибо большое. Самида. Ифугякею. Какая красивая, такая красивая. Это мне подарочек. Поздравляю. Еще окм. Еще золото. Еще да. Золото. Мама тебе подарила этот самый колечко. Теперь у тебя и браслетик. Осталось теперь тебе подарить сережки. Сережки и цепочку. Сережки и цепочку. Вот такая коробочка красивая. Здесь написано, что это 10 карат золота. Вот, когда куплено. Здорово, супер, красота. Ну все, у меня теперь дочь красивая. Красивая. И по йокам сомнида. Довольная. Очень красиво. Какой хороший у тебя фанат. У меня все хорошие фанаты. Да. Макс там грызет косточку. Ну все, носи с удовольствием. Угу. Классно. Подарочки это всегда здорово, скажи. Угу. Особенно такие. Ну не потеряй. Конечно. Артикара. Еще такие вот такую штучку надали. Да. Кстати, это у нас в Корее вот такой вот бренд. Lloyd, это скорее всего корейский бренд. Очень много вот таких вот золотых магазинов я видела. И вот они, вот видите, прям прислали. Прям коробочка, все. Ну классно. Ну, спасибо огромное. Камсамнида. Камсамнида. Ипугякею. Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте комментарии, какие-то инстаграм. Пока. Oh.